Садись, бабушка. Ну какой ты? По телефону. Что? А, ты хочешь как актриса? Вы... Вот это актриса. Что, по телефону? Ты, ну так ты должна еще разговаривать. Нет, я не могу. Что? У меня хриплый голос. У тебя очень хороший голос. Нет, у меня не хороший голос. Смотри, что ты стоишь на сквозняке? Почему на сквозняке? Закрой дверь, это сквозит. Я тут не сквозит, неправда. Я не могу так. Бабушка, ты приготовила потрясающий стол. Спасибо, любимая. Сейчас, у меня еще картошечка есть. Еще хорошо. И вода я там поставила. Супер. Ну, то, что было. Да. Все, все как надо. Я ей не сказала, а мне говорит, Лена, она не придет. Я ей позвоню. Очень хорошо.